Украине скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Сегодня у соседей день траура. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. Пассажирский лайнер украинских авиалиний потерпел крушение спустя 2 минуты после взлета из аэропорта в Тегеране. Самолет следовал из столицы Ирана в Киев. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Причины авиакатастрофы выясняют. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Вадим Красносельский. Траурную ноту глава государства накануне направил послу Украины Марку Шевченко.